Здравствуйте, в эфире программа «Второе дыхание». Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите. Красота и сила характера. Рязанские гимнастки рассказали о победах и спортивных буднях. Лежачего еще как бьют. Рязанцы пополнили копилки наград на чемпионате мира по греплингу. Шах и мат. О самом тихом виде спорта рассказал Дмитрий Андрейкин. Престижный турнир «Чемпионат мира по греплингу» прошел на этой неделе в Москве. Этот вид борьбы, если кто не знает, сочетает в себе самые эффективные приемы из различных видов единоборств. Схватка проходит в основном на земле. Рязанские греплеры вернулись с чемпионата мира не с пустыми руками. Практически все смогли завоевать высокие награды. Представители Рязанской области завоевали 6 медалей на чемпионате мира по греплингу, прошедшем на этой неделе в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие больше 150 спортсменов из 15 стран, в том числе из США, Испании, Франции, Италии и Ирана. Этот чемпионат мира прошел под эгидой Всемирной федерации спортивной борьбы. Греплинг, хоть и молодой вид спорта, появился он в середине 90-х годов, но в нашей стране уже завоевал довольно большую популярность и уважение среди борцов из классических видов единоборств. Благодаря тому, что чемпионат мира проходил в столице России, от Рязани смогла поучаствовать в турнире внушительная команда. Напомним, что в правилах греплинга есть две дисциплины. Первая – это борьба в кимоно, и вторая – это борьба в плотной облегающей майке и шортах. Известный рязанский спортсмен и тренер по греплингу Роман Гавриков, выступавший в категории до 92 килограммов, принес сборной России две серебряные награды. В дисциплинах ги – это борьба в кимоно, и ноги, то есть без кимоно. Среди девушек Евгения Чернощекова в категории до 71 килограмма заняла, соответственно, третье и второе места. На счету Марии Дорганевой в категории до 53 килограммов две бронзы. Потом пошло больше интереснее развиваться в другом направлении. Думаю, попробую себя в борьбе. Естественно, поначалу она кажется скучной, неинтересной. Но, как говорили те, с кем тренируюсь, они говорят, попробуй понравиться. И вот так же стали на тренировку, когда стало уже что-то получаться. На самом деле уже и понравилось, когда действительно еще это дает результаты данные. Мария Дорганева работает в региональной службе судебных приставов. Она долго занималась ударными видами, выполнила норматив кандидата в мастера спорта по кикбоксингу, а пару лет назад увлеклась борьбой и сейчас занимается в клубе смешанных единоборств «Арта». У нас хороший тренер Гавриков Роман, он как раз по борьбе грэпплинг дисциплину у нас ведет. Именно грэпплингом у него тренируюсь. И вот как раз ударка, смешанный стиль ММА, Артем Казбанов – профессиональный боец, даже скажу. То есть он ведет тренировки уже как и с ударкой, и с ММА. Поступаю сейчас на данный момент, где как придется. То есть могу и в боксе попробовать, или чисто отдельно по борьбе. Просто девушек не так много сейчас в этих видах, поэтому нужно искать соперниц. Очень успешно на чемпионате мира выступили и девушки из секции по бразильскому джиу-джитсу, которые занимаются в спортшколе «Спартака». На турнир в Москву отправились три молодые спортсменки. Это Альбина Калина, Ольга Гунина и Лера Фокина. Там более 200, по-моему, участников было. Там даже вот детей и ветеранов мы были первый день, там более 80 человек. Это достаточно много, но надо понимать, что на чемпионат мира там с улицы как бы там не пошлют. Это люди были серьезные там, и даже дети, вот я часто бываю на турнирах детских, конечно, уровень высокий, это лучшие дети. Вот. Ну, может быть, из-за рубежа не так много было детей, в основном все-таки детей-то как бы там не очень привезли. Но там и наших российских хватало, там деток очень сильных, поэтому там схватки-то были, я скажу, очень серьезные там. Победительница первенства мира Альбина Калина увлеклась борьбой еще в раннем детстве. Начала заниматься под руководством своего отца Игоря Калины, известного тренера по бразильскому джиу-джитсу. И сейчас, благодаря упорным тренировкам, завоевала первое место. Вообще вся жизнь, наверное, связана со спортом, потому что сейчас я учусь в педагогическом колледже на физкультурном отделении. Вот. И, в принципе, хочу посвятить свою жизнь спорту. Ну, то есть в дальнейшем, вот ты учишься, кем собираешься, планируешь стать? Это там учитель? Ну, нет, я хочу стать тренером дальше. Прошедший чемпионат мира по греплингу сложился для молодой, но уже титулованной спортсменки Леры Фокиной достаточно тяжело. Ей в сопернике досталась россиянка из Иркутска, но из другой, более тяжелой весовой категории. Она была старше меня почти на 2 года, ну и весила больше меня на 6 килограмм. Ну, с ней было тяжело, но чувствовалась очень разница. Ну, у меня 2 вторых места –
В одной форме я и проиграла, а в другой у нас ничья была. В кимоно я боролась, хорошо даже, я считаю, но немного не хватило там. А в ноги, надо там потренироваться. То есть не хватило опыта именно, мастерства, или просто весовая категория, что здесь была разная? Немного приема одного, опыта, да. Несмотря на то, что правила грепплинга несколько отличаются от бразильского джиу-джитсу, рязанская команда продемонстрировала хорошую подготовленность бороться и в других спортивных условиях. Правила ФИВА, они отличаются от бразильского джиу-джитсу. Но там я не могу сказать, что не в лучшую сторону. Там, допустим, кто специализируется в ФИВА, их они устраивают. Вот нас, например, нам они как бы не очень подходят, у нас более свободные правила. И это очень хорошо, когда в рамках других правил все-таки достойно выступают, это тоже приятно. Вообще выступление на чемпионате мира человек из Рязани — это очень серьезное достижение, пусть как бы там немного у нас, потому что там действительно лучше, вот там бразильцы боролись. И вообще там много достаточно. Были иностранцы, у них уровень-то там достаточно высокий у многих. Поэтому это, конечно, большое достижение для Рязани, что хотя бы даже люди ездят. А когда выигрывают, это вообще большое дело-то. Но я надеюсь, все впереди, еще повыигрываем. Надо тренироваться. Всего молодежная рязанская команда на первенстве мира по греплингу смогла завоевать 2 золотые и 4 серебряные медали. Россия – родина художественной гимнастики. Это наш подарок олимпийскому движению. Как для англичан футбол, для канадцев хоккей, так для России художественная гимнастика – предмет национальной гордости. Когда на ковер чемпионатов мира выходят представительницы более 50 государств, мы можем гордиться. Они – дети российской идеи. И, конечно, всегда можем гордиться нашими гимнастками, которые на соревнованиях любого уровня собирают всевозможные награды. Художественная гимнастика уже давно является одним из самых популярных видов спорта в нашей области. И что важно, нам есть чем похвастаться. Наши землячки выигрывали чемпионаты мира, Европы, России, многочисленные кубки и первенство спорт-обществ. Наталья Белкина, Дарья Королева, Татьяна Сергеева, Яна Луконина. Это список только настоящих звезд рязанских воспитанниц, завоевавших высшие награды на крупных соревнованиях. Копилки спортивных наград постоянно пополняются. Наши девчонки постоянно показывают класс на всевозможных соревнованиях. Прошедший недавно на Мальте международный турнир не стал исключением. Наши гимнастки забрали практически все призовые места. А с двумя из них удалось пообщаться в нашей программе. Ольга и Юля рассказали о соревнованиях, а также о тяготах и радостях художественной гимнастики. Был достаточно хороший турнир, нам все очень понравилось, хорошие условия. Особенно понравилось, как нас встретили, очень тепло, доброжелательно. Было трудно, борьба была очень серьезная, но мы справились, все получилось, победили. Соревнования были сложные. Страны были там Франция, Латвия. Там. Было трудно, но я выиграла. Трудиться, стараться, переживать, терпеть боль и глотать слезы – вот он, залог победы. Пластика, гибкость, поразительная растяжка и точеные фигурки. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой гимнастки выполняют упражнения, как любой спорт, это прежде всего тяжкий труд. Улыбка, разворот плеч, наклон головы, каждый жест – все здесь выверено, красиво, уверенно. А вот чтобы так получалось в итоге, тренироваться приходится каждый день по несколько часов. Как часто у тебя тренировки проходят? Каждый день, в воскресенье, по выходной, по 4 часа. А вот когда там растягивают, это все больно? Да, но мы терпим. Плакать не хочется? Иногда хочется. В художественную гимнастику дети приходят рано, обычно в 4-5 лет. В этом возрасте мышцы и связки еще пластичны, легче поддаются растяжке. И если этот вид спорта захватывает, то начинается другая жизнь, совсем не такая, как у сверстников. В каком классе ты учишься? Я учусь в 4 классе. Тебе учеба не мешает, художественная гимнастика? Нет. А как твои одноклассницы и одноклассники относятся? Завидуют, наверное, когда ты на шпагат садишься? Да, иногда. Они тоже хотят. Получается у них там чуть-чуть. А ты никогда не жалела, что вот пошла вот так вот спортом заниматься? Ну вот многие сидят дома, да, играют там в компьютерные игрушки, а тебе приходится по несколько часов в день заниматься, это же тяжело. Не задумывалась, нет. Мне нравится заниматься. Иногда трудно, иногда увлекательно.
не появляется сожалений с годами, отданными практически целиком спорту. Наоборот, только твердая уверенность в том, что все сделано правильно. Я считаю, что у меня было лучшее детство. Я считаю, что это самое лучшее, что может быть у ребенка до определенного возраста. Мне очень нравится заниматься. И всем советую, потому что художественная гимнастика очень красивый вид спорта, развивает в девочке самые лучшие качества. Но ведь это тяжело очень. Да, тяжело. Кто говорил, что в спорте будет легко? Нужно все терпеть. Много приходилось терпеть, особенно когда маленькая была? Да, много терпеть приходилось. И физически, и морально было тяжело. И как с этим справлялась? Не знаю, как-то справлялась. Как-то себе внушала, что надо. Потому что если не будешь трудиться, не будешь терпеть, никакого результата не будет. Впереди у моих собеседниц еще много соревнований, ближайшие планируемые в Венгрии. Много побед, и даже если и поражений, все равно всегда будет гордо поднятая голова. Расправленные плечи, конечно, хорошая фигура и сильный характер. Как говорят, художественная гимнастика – красивый спорт, но за этим скрывается очень большой труд. И также и очень тяжело бывает, и достаточно морально, когда тебе говорят «давай», а ты «я не могу», нет такого слова «не могу», «надо». Все говорят «надо», и ты это терпишь и преодолеваешь. Президент России Владимир Путин побывал с визитом в Сочи, где встретился с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсоном. Поздравляя шахматиста с победой в матче за звание чемпиона мира, Владимир Владимирович выразил надежду, что этот вид спорта будет способствовать решению проблем в отношениях между странами, а также отметил, что в российских школах на сегодняшний день все шире и шире распространяются занятия шахматами. Нашему городу тоже есть чем гордиться. Гроссмейстер Дмитрий Андрейкин уже давно занимается популяризацией шахмат, а Магнус Карлсон в одном из своих интервью признался, что считает Дмитрия одним из наиболее опасных соперников. Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин выиграл гран-при, проходившем в Ташкенте, при этом не потерпев ни одного поражения. По итогам соревнования наш шахматист набрал 7 очков из 11 возможных, одержав 3 победы при 8 ничьих. Сейчас Дмитрий Андрейкин является одним из сильнейших гроссмейстеров нашей страны. Он имеет довольно внушительный послужной список в юношеских и молодежных шахматах. Это и победа на первенствах мира, чемпионатах России, а также он становился многократно призером крупных международных турниров. Играть в шахматы Дмитрий научился довольно рано. Уже в 5 лет пришел на секцию во Дворец пионеров к известному тренеру и большому популяризатору шахмат Виктору Александровичу Пожарскому. И уже под руководством этого знаменитого рязанского мастера стал демонстрировать высокие спортивные результаты. Мне повезло, я попал к хорошему тренеру Виктору Александровичу Пожарскому. Вот мы с ним какое-то время занимались во дворце, после чего, в принципе, он разглядел во мне талант, и мы перешли на индивидуальные занятия. Он приезжал к нам домой, мы достаточно много времени проводили за шахматами. То есть я так навскидку скажу, что у меня в детстве было два увлечения, это футбол и шахматы. То есть я выходил, у нас был очень спортивный двор такой, мы с мальчишками много времени проводили на футбольном поле, и в свободное время дома я занимался шахматами. То есть меня как-то школа не так сильно вдохновляла. Вот, поэтому достаточно быстро удалось добиться первых успехов. В 99 году в Испании я стал чемпионом мира до 10 лет. И это, наверное, повлияло на дальнейший рост, на дальнейшее желание заниматься шахматами. Потому что, ну, в любом случае, успехи они вдохновляют. Вот. И как-то так пошло-поехало. Последние несколько лет Дмитрий Андрейкин учился в Саратовском госуниверситете, где жил и тренировался. Но буквально пару месяцев назад он вернулся в Рязань. Во-первых, университет еще не закончил. У меня еще магистратура там пару лет осталось. В общем, я пока что заочно учусь. Но вот месяца три назад я переехал в Рязань с женой, с ребенком. Поэтому пока что да, пока что мы... И чем собираешься заниматься? Заниматься все тем же. То есть, во-первых, растить дочку, уделять время семье, а во-вторых, ну, продолжать играть в шахматы. Сейчас Дмитрий Андрейкин после своей победы на престижном гран-при в Ташкенте планирует немного отдохнуть, чтобы уже в феврале побороться за призы на следующем турнире из этой престижной серии. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание.